На объектах железнодорожного транспорта участились несчастные случаи, в результате которых погибли люди. Так, за 2017 год на участке оперативного обслуживания станции «Крымская» травмировано 10 человек, из них двое несовершеннолетних. Основными причинами гибели людей стало несоблюдение правил нахождения на ЖД-объектах, личная неосторожность. Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения на железнодорожных переездах. Проведите профилактические беседы с детьми, объясните им, что ЖД-транспорт и вокзалы – это не место для игр.